Привет всем любителям карт, с вами Нейро Янг, и сегодня я покажу вам три фокуса или три способа нахождения тузов. Просто отличные и легкие варианты, подойдут как новичкам, так и любителям. И я желаю вам приятного просмотра, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Перемешаем колоду карт, вот таким вот образом, и разочек подснимем. Теперь попробуем найти 4 интересные карты. Это 4 туза. Прямо из центра колоды. Нам понадобится 4 туза. И мы складываем их следующим образом. 3 туза кладем сверху. Берем одну любую карту, кладем сверху них. И один туз идет на низ. После этого кладем колоду вот так, и нам нужно перемешать, сохраняя нижнюю и верхнюю часть. То есть слистываем вот так туза одного, начинаем листать и сохраняем верхнюю часть. Задвигаем все это дело. Теперь мы делаем следующее подснятие. Выглядит оно вот так. То есть мы просто слистываем одну карту в середину и накрываем верхней пачкой. Покажу лицом вверх. Вот как-то так. Делаем это быстро. Выглядит как обычное подснятие. После этого мы делаем то же самое подснятие, только уводим две пачки в разные стороны. То есть вот так. Туз у нас уходит. Делаем. Забираем по верхней карте и раскрываем их не просто вот так, а резко. Бросаем. И теперь нам нужно эту пачку дальнюю от себя перевернуть, а здесь просто повернуть верхнюю карту. После этого все это дело складываем в одно место и закрываем. Перемешаем колоду карт. Вот так. И перемешаем еще по обычному. Вот таким вот образом. Теперь попробуем найти 4 туза. Вот первый. Вот второй. Вот третий. И четвертый. В следующем трюке 4 туза находятся внизу колоды. Мы перемешиваем, сохраняя нижнюю часть. Отлистнули вот так 4 туза и начинаем перемешивать. Есть. Теперь берем где-то одну третью снизу и начинаем вот так по одной листать до конца, чтобы они у нас оказались сверху, эти тузы. Давайте покажу лицом вверх, чтобы было понятнее. Взяли, начали перемешивать, дошли ближе к концу и начали листать по одному. Таким образом тузы окажутся сверху. Далее, делаем топ-шот. Так, улетели дико карты. Топ-шот делаем. Обучение топ-шоту есть на моем канале. Просто введите топ-шот обучение и найдете. Так, первый туз есть. Далее. Переводим вот так в правую руку. Здесь большой, здесь средний палец. Указательный может вот так поднимать напополам. Поднимаем и отдаем в эту руку. Ставим мизинец на верхней карте. Переворачиваем. И переворачиваем с мизинца. Сохраняя мизинец при этом. Кладем. Теперь подснимаем на мизинца. И пролистываем вот так. В любом месте останавливаемся и перекручиваем верхнюю часть в правую руку. И сбрасываем с нее карту. И возвращаем назад. То есть в скорости это выглядит вот так. Как вариант можно это сделать вот таким вот образом. То есть, ну, в этом ничего сложного. Теперь следующее проявление. Выглядит оно вот так. На стоит брейк. И мы указательным пальцем просто слистываем. Вот так. Просто надавливаем вниз. Надавили, проявили. Мы возьмем 4 тузов. Раз, два, три и 4. И сделаем вот такую вот ленту из карт. И уберем этих тузов в разные части колоды. Соединяем все это дело, никак не поддерживаем, щелкаем
и все 4 туза оказываются сверху. Мы используем 4 тузов сверху колоды. И нам нужно сделать брейк мизинцем на 3 верхних картах. Я предпочитаю туза пик оставлять внизу, вот так, сверху остальные тузы. Мы показываем тузов и поднимаем все с брейка. Здесь большой палец, здесь средний, указательный свободен. И большим пальцем левой руки слистываем и переворачиваем. 1, 2, 3. И вот это все сразу сбрасываем. 4. То есть таким образом у нас здесь 3 ненужные карты. Берем первого туза, якобы остальных тузов, кладем. И теперь делаем ленту. И ленту нам нужно сделать такую, чтобы в самом конце у нас 3 карты вот так вот лежали отдельно. Чуть-чуть они выделялись. Теперь мы берем первого якобы туза, кладем в любое место. Любое, в любое. А вот этого оставшегося настоящего туза под 3 карты. Складываем все это дело, подравниваем, щелкаем, проявляя тем самым тузов. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока.